Əziz tamaşaçılarımız, hər birinizə salamlayırıq. Popumuz var, verilişinin qonağı. Bu, pop musiqisinin sütunlarında dayanan ən gözəl səslərdən biri məhz mənim yanımda əyləşən Samir Bağırıqlı. Samir, salamlayıram sizə. Xoş gördük. Necəsiz, əhvalınız necədir? Belə sözlərdən sonra mən necə ola bilərəm? Bu, mənim ən sevdiyim mahlardan biridir. Dinamisa mənimdir. Kim yaz bu musiqisi? Bu Zaur Abdullayev sözləri İsmail Qaradar. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Talihin oyunu heç zaman bilinməz. Xatirəm gəldindən silinməz. Ümidi üzməli mən səni gözlərəm. Hardasan, hardasan söylə bəz. Və birinci sualımız Samir Bağırıq özü ünvanladı. Hardasan, hardasan söylə bəz. O ti первый вопрос. Hardasan? Özün özündən soruşmaq istəyirəm, hardasan? Hardasınız? İndi məncə cavab verə bilərəm уже, çünki уже varam. Знаешь, что скажу? Я перейду на русский язык. Давайте. Легче тогда, знаешь, мост. На нашей передаче нет цензуры, вы можете спокойно. Я знаю. Во-первых, это мое предназначение. Начнем с того, что я, наверное, в жизни больше ничего делать не умею, кроме того, как петь. Начнем так. Во-вторых, я понял это по реакции людей, по тем комментам, которые читают, по тем словам, которые мне говорят люди, вылавливая меня в лифтах, в магазинах, в подъездах. Вас вот очень где, ждут, очень где, да, вот я вот, я действительно это понял. Вот совершенно, скажу, лет 6-7 назад, 5-6 назад, было совсем не так. У меня даже, знаете, были такие моменты какие-то. Зюзюна Суал верит, вообще я нужен? А нужен ли я вообще снова вот выходить, петь и все? То есть вот было вот как-то вот так вот какое-то состояние. Видимо, это нормальное явление в жизни каждого творческого человека. Мне кажется, бывают такие... Перепады? Перепады, да. Это нормальное явление. Вопрос только в том, что после этой паузы ты сможешь выйти и вновь быть интересен. Вот вопрос в этом. Те, кто слышит... А разве выходят и бывают интересным? Я думаю, люди рождаются интересными. Это мое мнение. Нет. Вот вы родились интересным человеком. Хорошим артистом. Спасибо. Но я с сейчас... хорошим голосом. Это ваши природные данные. Я сейчас не о себе говорю в данном случае конкретно. Я имею в виду в целом. Ага, вот певец. Вот кто-то выходит, пару раз появился в эфире, они уже всю себя считают звездой. Они себя позиционируют как звезда. Позиционируют. И понимаете... Хочется задать вопрос, попробуют уйти в подполье на какое-то количество лет, а потом выйти снова и кому посмотреть, ты будешь популярен, ты будешь себя также считать звездой или нет. А я во время всего этого отсутствия, я практически, можно сказать, что я был здесь, многие думают, что меня не было. Я так изредка уезжал, возвращался. И что хочу сказать, я даже... Не находясь в эфире и все такое, я все равно ощущал, что я звезда, я вот эту любовь отовсюду ощущал. Может быть, даже какие-то народные артисты, имея звание, вот так не получают то, что я получаю от прохожих, совершенно незнакомых людей. Нет, у меня нет звания. Никакого? Никакого. Это как-то беспокоит вас? Нет, абсолютно. Абсолютно. Знаете, как беспокоит? То есть, а вот как-то уже... так немножко как-то обидно уже столько лет. И все те, кто как бы вместе со мной появились на сцене, они все уже имеют звание, а мне не дали. Айгюн бир далгайды, бир вахта гэлдиниз, онлар эмэктар олдылар, сиз олмадыныз. Онлар халгы олдылар, сиз олмадыныз. İncikliği olabilir mi? Küskünlüğü olabilir mi? Yok. Bunun tesiri var mı sizin çekilmeyinizde? Benim fesiyet böyle değil, что böyle şeylere göre özünü... Но вы же сказали, немножко обидно. Немножко, вот только в этом плане обидно. Но не обидно, знаешь почему? Потому что в свое время... Я же фанат Аллы Пугачевой. Угу. И она мне такие слова сказала. Лично? Лично. И она меня так, знаешь, хлопает по плечу и говорит, я тебя, конечно, поздравляю, но на будущее я тебе желаю как можно больше ни мест лауреатских, ни титулов, ни наград,
ни званий. Поверь мне, это все такая ерунда. Говорит женщина, у которой все титулы. Главная награда для артиста – любовь народа. Вот я тебе чего желаю. Поверь мне, что это самая дорогая. Ну, Самир, сегодня народ любит достаточно посредственных людей также. Yani xalqın elə bil ki gözü bu mövzuda çox da tərəzi ola bilmir. Hətta keyfiyyətsiz müğənni də sevilir. Bu yəni sinəyə döyməyə imkan yaratmır. Demək kim tərəfindən sevilməkdən danışırsınız da? Смотря кто любит, кто ценит. Это важный момент. Например, пусть у меня нету таких громадных количество фанатов, как это у других певцов, но зато я доволен, и меня устраивает то, что они все очень клевые. Что такое фанаты, по сути? Понимаешь? Клевые они каждый, какие? Нет, каждый клевый совсем другой уровень. Каждый артист, какой, по сути... Какой, Самир? Это самый интересный момент. Вот, послушайте, объясню. Каждый артист, по сути, имеет право на существование. Почему? Потому что если у него есть какой-то процент слушателей, все, он, значит, какой бы он ни был, согласен, непрофессиональный, без голоса, без чего-то. Если его любят, все. Самир. Он уже должен быть. Зритель уже сам выбирает. Каждый артист, это считай, что театр. Каждый уже выбирает тот театр, какой ему ближе. Кто по своему быть? Интеллекту, да. По своему воспитанию, по своему мироощущению. И ваш зритель, он кто? Он какой? Он клевый. Он воспитанный, он интеллигентный. Поэтому. Русскоязычный. Зачем? Не обязательно. У меня очень много поклонников, даже фанатов, с которыми я общаюсь, и которые даже не знают русского языка. Я согласен, но в большинстве своем... Но в большинстве, конечно. Номер 10. О, кызым гёзлэри, бадамы, бадамы. Hüseyin Dərya ilə cinin qarışığı da sanki belə təəssürat oyatdı məndə. Samir Bağırov, necə mahnı idi? Necə oxuyurdun? Nu belə normal biz deyil. Tamam. Uğurlar. Mən biraz öz-özümdən soruşdum ki, səncə Aymurad, Samir Bağırovun Azərbaycan səhnəsində ən böyük minusu, mənfi cəhəti nədir? Я сам себе дал такой ответ. То, что он в основном разговаривает на русском языке. И это его черта отдаляет. Может быть. Вы думали об этом? Я очень, даже вот сейчас это мое новое, то, что я сказал, мое возрождение. Ага. Вот этот сигнал, который идет изнутри, понимаешь, это не просто так, это все вот наверху. Я вот тебе говорю, что я заранее уже видел все то, что я и к Малахову на передачу попаду, что я на жаре буду участвовать. Вот у меня это были как, знаешь, отрывки, я тут видел это вспышками. И вот то же самое, главное, что хочу сказать. И у меня вот эти вспышки происходят во мне. И что хочу сказать, у меня были такие вспышки, что мне нужен азербайджанский язык, что мне нужен педагог, чтобы я не хочу просто. Я могу общаться так в обыденной жизни, но я хочу красиво литературно. Просто азербайджан тебе хрдалар вар, азербайджан Русча, да, мезюн рахат хистили. Сиз охуянда, хэр шей чаттырырсынз. Эсас будур. 30 ildir ki, bilmirəm, sizə deyiblər, deməyiblər, bəzi adamların beynində bir intriqa məqamı var. Faiq Ağayev yoxsa Samir Bağırov, Samir Bağırov yoxsa Faiq Ağayev. Bu, sizi hər zaman qarşı durmaya çəkirlər sanki. Bu, siz rəqibinizdir mi Faiq Ağayev? Necə rəqabət aparırsınız? Mən vəbşi rəqabət belə şey... Dostunuz deyil, bilirəm. Dostunuzdur. Dostumuz deyilik, amma çox normal isti münasibət görəndə həmişə biz... Rəqabətdə deyilsiniz? Yox, mən heç kimlə rəqabət aparmıram. Mən vəbşə hər kəsə, hər sənə dostlara məsləhət vermək istəyirəm. Qoy öz sənətlə məşğul olsunlar. Çəm bu intrigalar, bu dedikodu... И тогда и хейр улачах. Ну, это дорогая беда, конкуренция же хорошая вещь. Ну, хорошая. Нет здоровой конкуренции. Я не знаю. В моем понятии конкуренция это... Это стимул, это тонус, это поддерживает. Может быть. А тот снял клип, я сниму лучше. Тот дал концерт, я дам концерт лучше. У того хорошая прическа, я поменяю своего модельера. Что-нибудь такое. Ну, а зачем я? Это сделал он. У него это, если хорошо получилось. А зачем я должен... Стараться делать лучше, чем у него. Нет, я буду таким, какой я есть. И, может быть, уже буду лучше. Интересная позиция. Номер 9.
Ну как будто бы ничего, неплохо, как будто бы надо нормально послушать. Во-первых, во-вторых, как ты так особо не знаком с его творчеством. Неплохо. Неплохо. Хорошо. У меня, знаешь как, или может быть восторг, Тутмада, да? Или восторг, или же ой, нет. А это все орта. Нормально. Это самое плохое, честно говоря. Эписедель оду, да? Я ой, нет олсун, я да восторг олсун. Aygün'ün qayıdışı bütün pop sevərləri sevindirdi. Amma Aygün Kazımova, o Aygün Kazımova vardı ki, həmçinin 88-ci ildən bu yana peşəkar bəstəkarlarla işləyirdi. Pop musiqidə bir flagman idi, düzdürmü? Gəldi günlərin bir günü meyxana oxudu. Yəni, o məqamda sizcə Aygün Kazımova itirdi, yoxsa qazandı? Видите, Aygün, она же разная, поэтому... Как раз таки мне кажется, что... Самир, так дела не пойдет. Вы не хотите никого обидеть. Не то, что не хочу обидеть. Да, это мне не нравится, но это же не значит, что это не понравится. Ну, поп-культура же потеряла. Поп-культура потеряла диву в этот момент, именно в этот период. Но теперь, если диве так захотелось... Были люди, которые обожали ее песни с Евгением Сюзом, Шакиром Чек, они просто отказались слушать ее песни. Просто потому, что она начала петь «Сяне эле севди юрек». Был такой период. Поверьте мне, что через какое-то время... Этот период удачный или неудачный? Дива сделает, конечно, неудачный. Дива для сделает... Aygün или для общества? Ну и для Aygün, и для общества. Почему? Кому-то это нравилось. Общество очень многоликое. Но? Кому-то это очень даже нравилось. Многие считают, что наоборот, Aygün многое потеряла от того, что она, например, осталась с Намиком. То есть у всех разные версии. Сколько людей, столько мнений. Но я лично так не считаю, естественно. То есть вы не считаете, что она потеряла? Нет. Знаете, в свое время кто-то недавно говорил, что плохо, что вот в советское время был худсовет. Вот нам своего рода вот такое что-то, как вот худсовет. Да, вот, да, да, что-то да. Вот такого типа нам. Мы нуждаемся в цензуре. Да. Но та же цензура иногда вас не подпускала к определенным концертам из-за какой-то банданы. Да. Я смотрел ваши интервью. Да много было всяких. Тем не менее, хорошо, когда есть цензура, вы думаете? Ничего. Вот сейчас, глядя на то, что сейчас происходит, да. Лучше цензура, чем произвол. Лучше цензура, да. Я человеку больше прощу, может быть, какие-то недостатки в его характере, но главное, чтобы он был воспитанный. Я воспитанным людям очень многое прощаю. А порядочность и воспитанность – это одно и то же или разные понятия? Нет, можно быть воспитанным человеком и при этом быть непорядочным негодяем. Номер 8. Demek bitti, gözümden itti. Nalim tek ümidim sendin, sen de mi gittin? Хорошо, Гюнай вообще талантливая девочка, у нее очень приятный тембр. Но мне, честно говоря, вот ее вещь Aygün Semerzade больше понравилась, лиричная. Yine hayatında bana. Да, вот очень красивый ее тембр так звучит. Но это опять-таки, кому-то нравится, значит, и же имеет право на существование. Но восторг да ёхты. Восторг нет, нормально. Восторг ёхты, Гюнай, восторг олмады. Палкан Ултусы вар, Азиз. Onun bir janrında bir dəyişikliyi oldu. Günlərin bir günü o ekstravagant stilində çox brutal, saqqallı, belə qısa saç, kişi kostyumları, belə ağır bir imicdən çıxmağa başladı və Aziz həqiqətən təəccübləndirdi. Mənə gəlir ki, Samir Bağırov bunu etsə, bu çox gözəl olar. Çünki bir klipiniz vardı, Yağışın nəğməsi, orada saqqallıydınız, o səhə çox yaraşırdı. Belə bir rebranding mi deyim, etmək istəmirsiniz imicizdə, saçlarınızla vidalaşasınız, artıq saqqal bıraqasınız, kostüm, lan. İstəyirəm, daşı... Elin, nərə? Eləmək istəyirdim, nə danışırsan, hamısı deyirlər, yox. Kim hamısı? Hamısı. Hamısı baxıldı deyənlər. Hamısı baxıldı. Saçlar haqqında deyirlər, что ни в коем случае не режь. Это твоя фишка, я сам уже замучился. Samir, ну вам бы подошло. И тамашачы да мараклы гэлэр ахы. Фэрбли Samir Bağırov гэрмэс ярэ. Хотя бы для одного клипа. Ну я не отрезайте парик какой-то наденьте. Я отрежу, я отрежу. Просто для этого мне надо привести себя в физическую форму хорошую, похудеть. И тогда парик. Машалла, вы не изменились, каким были так. Мне это галмусом. Похудеть надо.
nömrə 7. Bugün mənim xalaoğlumun toy günüdür. Yay günüdür, sabada vıxadnı günüdür. İndi niyə, nə deyə qonaqlara? Ala mən nə bilim ala. Муасир дёвердый, я не знаю. Да, интересно, я тебе скажу. Я не вокал, вокал. Прикалывает. Прикалывает. Так что-то интересно. Size göre Azerbaycan pop musikisinin en, sırf pop musik, klasik estrada getmirik. Yani Tofik Kuliyev, Ramiz Mirişli dövrüne gayetmiyor. Sırf pop musikisinde, yaklaşık son 30 ilin en mühteşem 3 mahnısı hansıdır? Три самых крутых трека. Такой вопрос мне надо было заранее задать, я бы подумал, потому что я могу что-то забыть. Мы что-то не идем легкими путями. Ой, это очень трудный вопрос, потому что мне очень многие... Тогда вопрос поменяем. Файк Агаевни Фасында эн севдини змахну. Бидене дейл. Бириндин амма. Мне очень понравилось, как он «Пенджере» спел. Очень. Бинго! Мен де эйни фикирдеем. Айюн Казмованы ифасында эн севдиниз махна. Очень нравится Вагифа Герайзады «Севгилим». Севгилим сюз. Баладена. Да. Еще раз совпадение. Зюльфия Хамбабаеваны ифасында эн севдиниз махна. Мне нравится вот это. В аэропорту клип. Потом Эльмерам, Дозерам. Да, Дозерам. Потом мне еще нравится еще одна песня ее. Джамал Задаван. Да. Арзулар урадай. Билмирам, называется. Хорошо. Ну ты меня прямо это самое. Угадай мелодию. Подожди, у Руи тоже много хороших песен. Хорошая песня, прям такая легкая регги. Номре 6. Ümitlerim uçulup sensizimlerdir. Gümanım hiç yok. Zule daim şeki kimi zule bu. Yüksek billette. Ne mende zövgülü. Все у нее аранжировка. Все она всегда тренде, в том плане она всегда это севия. Она на вас не обиделась из-за пятого элемента? Этот вопрос был Айгюн Зюльфия Хамбабаева. Айгюн Кязмова, ехал Зюльфия Хамбабаева. Балыш ты в мене. Ну они такие странные вещи говорят. Я, во-первых, сказал, что обе, они потом стали это все... Не, они дали, да, это вы потом дали проверить, вы объяснили, но дело не в этом. Тем не менее, вы выбрали Айгюн, да. Зуля не обиделась на это? Ну, Зуля сама это знает. Все время мне они обе близки, но уже так случилось по жизни, что Айгюн была мне ближе. Ну, так получилось, и она сама прекрасно вас знает. Можно понять и простить. Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Джордж Майкл, Принц, хамма серебр бир далгайнан дуньясына дейшти. Биз де яшыдайдылар. Мен эле гер ки меломан инсан үчүн айгатан бу чок, чок бөй бир иткиди. Мен эле прям мурашки по кожу пошли, сестры, эту тему затронуть. Просто мне кажется, их миссия на земле закончилась. Миссия это не карьера, да? Нет. Я просто скажу одну вещь. Может быть, даже я очень люблю Уитни Хьюстон, я ее фанат. Но может быть, даже хорошо, что она ушла. Потому что чем больше она жила, тем больше бы она позорилась этими папарацци, всякими этими съемками, этими фотографиями ужасными, которые вытаскивали оттуда, отсюда. Это был бы только позор. Она обманула всю Америку, она в прямом эфире у Опры Уинфри перед смертью незадолго поклялась Богом, что с наркотиками покончено. Но при всем при этом у нее в крови, когда она умерла, нашли наркотики. Она обманула всю Америку, поклялась.
покрылась Богом. Поэтому, может быть, хорошо, что она ушла. Чтобы остаться в памяти. Ama maraqlı fikir dedi, onların güman ki missiyası bu hayatta kurtarmıştı, bitmişti. Mənə görə ki, artistin karyerası sönürsə onun missiyası da elə bitirir. Çünki başqa məna nə var həyatda? Bu hissiyat sizə yaxındırmı, tanışdırmı? Belə bir hissiyatda olmuşsunuzmu nə zamansa? Misal üçün dediniz ki, bugün yox, 5 il bundan əvvəl fikirləşdiniz ki, kiməsə lazımsınızmı siz? Bunu siz düşünmüşsünüz. Onu deyirəm, yəni bu özü ölümü tezləşdirə bilərmi? Ona görə deyirəm, əvvəlcə mən başqa cür cavab verərdim, amma indi yox, indi mən... Даже по-другому скажу. То есть это не ускоряет смерть? Мне кажется, что мои лучшие хиты еще не спеты. То есть закат карьеры не ускоряет смерть? Физическую нет, смерть? Нет, абсолютно. Смерть не связана с карьерой никаким. А почему ты вот связываешь именно эти смерти? Майкл Джейсон, Уитни Хьюстон, Джордж Майкл и Принс? Я считаю, что нет. Самир, вы в одном из ваших интервью сказали, что вы потребляли наркотики. Мне просто интересно, были ли на грани когда-нибудь? На грани чего? Я с балкона хотел выброситься. Конечно, был на грани. Но что я пережил, я даже врагу не хочу пожелать, но все это в прошлом, я не хочу, честно говоря, возвращаться к этой теме. Это все в прошлом, это уже не про меня. Слава Богу. Да. Мы этому очень рады, но это говорит о многом. Потому что, когда я готовил это интервью, я выяснил, что вы по гороскопу лев, а львы, они лидеры. Они лидеры своей судьбы, и тем не менее вы какой-то такой скромный, слишком скромный лев. Это потому что я в год козы. Специфический вы лев. Но именно тот факт, то, что вы отошли от наркотиков и вредных привычек, это говорит о том, что все-таки лев, он всегда лев. Ты знаешь, мне кажется, не я настолько сильный, мне просто кажется, что надо мной какая-то сила есть, которая меня вытаскивает за волосы. И знаешь, вот нужно сделать так, вот меня как будто бы кто-то, вот даже когда я, у меня на самом деле был момент, я хотел броситься с 12 этажа, вообще мне, я стал ненавидеть сам что себя. Что вас остановило в этот момент? Вот меня какой-то внутренний голос, ты что, с ума сошел? Никого не было дома? Нет. Ты что, с ума сошел? Вот как будто бы со мной вот кто-то стал общаться. Со мной вообще для этого надо делать отдельную передачу. Происходят спиритические такие... истории с Амиром Багаровым. Да, со мной такие вещи происходят. Вы привидения видите? Привидения не вижу. В общем, я поэтому люблю одиночество, потому что мне вот эти все видения приходят именно в одиночестве. Сам с собой разговариваете? Иногда бывает. Причем сам не замечаю этого. А с Богом и именно в зеркале. Со Всевышним разговариваете? Да. Что спрашиваете? Или какие вопросы задаете обычно? Это личное. Номер 5. Да. Рэл уносит, да, у нее такой тембр завораживающий. Очень мне нравится. Не все ее песни, правда, но тембр нравится. Рэя özü фәрклидир. Сәси фәрклидир. Бәс махны сечими нечә? Фәркли олур му онда? Йох, мен махны сечим, мен... всегда, честно говоря, меня устраивает. Но опять-таки, вот у нее нету, знаешь чего, вот что вот есть у Зули, чтобы все песни были такие на уровне Севья. У нее немножко... И тогда бывает как, ближе к народу, это имеется? Как у Айгюн тоже, вот у них в разные стороны колбасит, да. Они в этом похожи. Но поет? Поет, Роя Тембер сумасшедший. Я всегда говорю, что мне очень нравится ее голос, и я считаю, что это самый лучший голос на сегодняшний день. Самый лучший голос на сегодняшний да, день? В Азербайджане. В каком плане лучший женский голос, который мне, я это говорю, знаешь как? Ага. Как Самир Багиров слушатель. Ага. Не как певец. Да. А вот как слушатель, я просто умираю от таких голосов, как у нее, как у Гюнай. Когда в голосе есть вот такая характер? Сибаца, нет, вот эти сиплые голоса, и они очень, да, прямо меня, знаешь, трогают. Вот такие голоса. Хорошо. Я как ее услышал в W3, я обалдел. Я тоже, кстати. Я вот обалдел. Там один момент. Арахчанан, так поет. Ничего, я терпеть, чем. Арахчанан, мальдадин.
ama o hisseden ben tuttum ki dedim Ayda ben bu kızı çok eşitmek istiyorum. Было такое. Артист, он должен быть примером? Нет, нет, личная жизнь нет, конечно. Просто личная жизнь – это личная жизнь каждого, потому что артист такой же человек, как и простой смертный. Не, я к тому, что артист, он должен быть немножко того. Артист должен быть не от мира сего. Да, вот именно. Все захтары там. Нет, я неправильно тебя понял. Примером в каком плане? Примером не для простых людей. Для меня, может быть, это пример. Да, пример подражания для других артистов. Да. Я не об этом. Примером для общества. Нет, 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 нет. Личная своей жизнь личной нет. Жизнью, как он живет, как одевается. Нет, личной жизнью нет. Одеваться тоже, может быть, нет. Но опять-таки для кого-то что-то чего-то. Артист должен быть примером, знаете, в каком плане? Своими разговорами, своим воспитанием, что ли, я не знаю. Нельзя раздражать и махать перед народом красной тряпкой. Это, кому-то это может быть понравится, но многие это могут воспринять плохо. Скромностью должен быть примером, да, артист? Ну, скромно хотя бы в рамках, да как-то. Я не воспринимаю вот этот момент. Я считаю, что артист, он должен быть свободным внутри. В рамках каких-то должен быть скромным. Но опять-таки, каждый человек индивидуален. Какие рамки могут быть в искусстве? Ты просто понимаешь, ты говоришь о... с точки зрения сегодняшнего шоу-бизнеса, а я к тебе отвечаю как советский человек. А, понимаешь? Поэтому. Номре дёрт. Бакин лорды, менем карнавал, бизим бу рок-н-роллы, ене буй. Сюз диалма давам, заманы сахла, галап пиам ве джавам. Тюсты ве бонг, ене виски ве арах. Пис оланам язырам, пис кыздара, хей ху. Samir Bağırov'un hayatında bir epizod var. Bunu ben bilirim, bunu çok adam bilmir. Ama bu barda hiç çok danışmayıp da. Siz askerlikte olmuşsunuz, harda olmuşsunuz. Niye bu barda hatıralarınızı bölüşmürsünüz? Neçe yıl askerde oldu? Bir yıl olabilir. İki yıl. Orta Ali Mehtap'a bir yarım çıkıyor. Geçmişti safirlerimize. Yoksa Ali Mehtap'dan evvel oldu. Do konservatoriye. Или после? Да, до консерватории. До консерватории. Два года служили. Где? Или после. ККФ, ансамбль песни пляски. Набоилово. Для меня вообще армия это была. Считай, что это у меня был стаж концертной деятельности. Гастроли. Гастроли. Украина, Белоруссия, Монголия, Афганистан, Казахстан. Где мы только не были в составе. Я уже... А как так получилось? Вы попали в час и сразу сказали, что я пою, у меня, пожалуйста, нет, делать. Не в чай. Это что? Это заранее все было подготовлено. Мне устроили прослушивание. Я единственный был срочник, который был солистом. А есть фотографии с армией? Где-то есть. Сегодня бир васитаныз олсайды, хансы гюне гайдарныз? Желательно ушаглых иллер олсун, яда йени итмели иллер олсун. Хансы гюне йенидан яшамак истиярныз хаятта? Нет, я знаешь, какие времена хотел бы вернуться. Пионерлагерь. Вот детство совсем такое, знаешь. Наварите чего-то. Я, слушай, уже в пионерлагерях, я, ты веришь, уже будучи ребенком был звездой. Ох, ерунда. Везде, везде меня запрягали петь. Я даже, будучи третьеклассником, четырехклассником, ага. Ты знаешь, как в школе престижно, да, со старшеклассником, да, все да, время да, со старше. Да, да. Я пел на новогодних вечерах у старшеклассников, на праздничных к 8 марта, не знаю, вечерах. Ребенок был. И поэтому меня уже с детства, я где не появлялся, я был звездой. В консерватории учился, я был звездой. Кто учился в тот период, можешь узнать, как меня вылавливали в кабинете и запрягали петь. Я вот пел, и собирались, кто-то уходил на занятия, возвращались, когда свободно. Номер 3. Я, как зря сказал, что самый лучший голос. Потому что ее голос убивает, ее вокал. Все-таки Сева. Голос в каком плане? Все-таки лучший голос это Сева? Как слушать? Как певец я говорю, лучший голос Сева. Как певец, как...
А как билет Самир Багиров, говорит, лучше год это Сева. А как слушатель, как зритель, как мне обыватель. Нравится, я как обывателю нравится. Но когда я вот слышу Севу, во мне профессионал протест делает, каким образом Руэйси вот такая вокалистка, и ты говоришь Руэя. Çox maraqlıdır. 30 illik kariyer, 30 il ola bilər kariyerə. Uşaqlıq illərini saymasaq, mən Bakı payızdan hesablayıram da həmişə 88-dən. 30 illik kariyerə ərzində Samir Bağırov hamının xoşladığı mövzudur. Nələri yığıb? Ooo! Evlərdən danışın, bağlardan danışın. Bu ən maraqsız. Nə? Mövzum. Sizin üçün maraqsızdır. Hamı maraqlı. Yox, mən vəbsə çünki başqa bir adam. Nə yığmısınız? Yaxşı, heç. Bizə maraqlıdır, sizə maraqlıdır, danışın. Heç nə? Усы, лапы и хвост. Вот мои докуды. Я другой по натуре человек. Меня понимаешь, к сожалению. Но вы зарабатывали, вы пели в программах на свадьбе. Я как зарабатывал, на сцене. Я как зарабатывал. Вы так, до сих пор так, участвуете так, на праздниках, я вижу, я знаю, я остался. Как зарабатывал. Куда идут эти деньги? Как? На шмотки? Да на что попало? На все, что хочешь. Я просто, понимаешь, немножко другой человек. У меня другие ценности. Жизни. Вот эти все земные ценности, за которые убиваются люди. Вам чужды? Да. У меня другие ценности в жизни, поэтому у меня никогда не было мыслей накопительства или не знаю там что. Я никогда не мечтал о дорогих машинах, о сумасшедших домах, квартирах. Я мечтал о полных залах, о красивых декорациях, о роскошном кардебалете, например, там. Вот о таких мечтах я мечтал. Я не мечтал вот об этом, обо всем. А проблема нынешних артистов, что у них не те мечты. Они мечтают именно вот набить карман и мы обзавестись. Мы поколение меркантильных тварей. Да. Номер 2. İnsan həyata gəlir və insan bir gün həyatdan köçəcək. Çox maraqlıdır ki, Samir Bağırov hansı adətlə bastırılmaq mı istəyər, yoxsa yandırılmaq mı istəyər? Necə düşünürsün? Hansı adət ənənə ilə sizi yola salmaq lazımdır? Bu arada düşünmüşsünüz mü? Говорят, что кремация это как бы гюнах. Ну не наша, да, это. Но мне что-то нравится. Вот мне бы хотелось. А потом прах развеять, так далее, да? Да это не так важно. Чтобы никто никуда не подходил, нигде не оплакивал. Для меня смерть вообще не страшна. Вы верите? Вы абсолютно. Вот я этого не боюсь. Я, может быть, страшусь старости. Это дверь. Но смерть... Да, это дверь в будущее. Смерть – это... Следующая степень, да. Это, знаешь что? Это ночь, на смену которой придет утро. Я тоже в это верю. Я не верю, я в этом убежден. Потому что я на себе... На себе... Я испытал последние минуты своей прошлой жизни. Последние? В Москве гипнозом. Я тоже был неверующий Фома, я во все это не верил. Когда я был студентом Гнесинки, мне доказали. В вашей прошлой жизни? Я на себе, меня вогнали в гипноз, и я на себе ощутил последние минуты прошлой жизни. И как вот после этого не верить? Кем я вы об этом были? Убежден. Где вы были? Ой. Я был женщиной. В какой стране? Это какая-то северная страна. Скандинавия? Вот что-то такое. Шотландия, Скандинавия. И как ни странно, меня сожгли. Меня сожгли. Кремация? Не кремация. Это был какой-то то ли 17-й, то ли 16-й. Может, вы были ведьмой? Да, вот именно мне потом все расшифровали. Вы в прошлой жизни были ведьмой. Скандинавской.
И я ощущал все это на себе. Я после этого, у меня в голове произошло все. Я вот поэтому поменялся, я поэтому другой. Вот после этого, когда я все это понял, что вот вся эта жизнь, это вот, знаешь, это просто как, не знаю, балаган смешной какой-то. Люди мельтешат, как мухи на стекле. Все со своими проблемами, все со своими болячками. А что важно, Самир? Не знаю, я какой-то... В этой жизни что есть важно? Вот что самое важное? Работа над собой. Люди... Духовная работа над собой? Естественно. Люди глупые и наивные убивают часами время в тренажерных залах, доводя свое тело до сумасшедшего состояния. Убивают свое тело, убивают других людей. Убивают часами время в пластических кабинетах, делают себя молодыми, красивыми. А люди не понимают, что работать надо над душой. Тело бренно, оно будет в земле, а душа вечна. Душу надо облагораживать, над душой надо работать. А разве человек может исправиться, стать это плохой, очень трудно. Может стать хорошим? Может, но это очень трудно. Это тоже нужен интеллект для этого. А хороший табуретка не сможет измениться и стать хорошим человеком, если он табуретка. Ну человек-то он не табуретка. А хороший человек может стать плохим? Ну разные бывают ситуации. А вы какой? Кстати, вы разный или хороший, или плохой? Я слишком хороший для этой жизни. Слишком правильный. Самир, 90-ci illərin Moskvası, bugünün Bakısı, heç biri. Ну, конечно, нынешний в Баку, çünkü вперед. Киркоров? Или? Леонтьев? Heç biri. Не, лучше после Леонтьев останется, да. Правильно. Цвет настроения. И понимаешь, Леонтьев просто, он как человек, он вот такого типа, как я, он в своем мире, он не в тусовке, далек от сплетен, далек от эфиров, от галмагалов. Это есть хорошо. Шебнем Товузлу, Дамла, Хешбери. Дамла. Я должен спросить, why? Ничего why. Во-первых, меня привлекла внимание Дамла тем, что ее очень любят, ее очень хотят. И плюс, мне очень нравится, как она отвечает. Она... Так вы следите за всеми. Так, посматриваю иногда, когда попадаю. Она очень умная девочка и очень воспитанная, о, мне кажется. Потому что она не опускается на уровень тех, кто отыр все зляет. Она не опускается. И молодец. Мне вот этим она нравится. Если над ней поработать, я имею в виду боли, да? Вот нужно над стилем, ее над репертуаром, поменять. Из нее можно сделать суперзвезду. То есть вы сторонник того, чтобы она менялась немножко? Естественно. В какую сторону? В сторону Запада? Да. Зачем? Не в сторону Запада. Ну хорошо, пусть будет в сторону Турции, это ближе. Хорошо. Мен беле истирам, беле лазымдыр, хечбири. Я так хочу, так надо, и то, и другое. Ваш девиз один из этих был. Я так хочу, или так надо, или так правильно. Наверное, так надо. Так надо. Беле лазымдыр. Геде, гюндюз, хешбири. Геде. Бриллиант Адашева, Фаяг Агаев, хешбири. Так, буйрун. А в каком смысле? Творчество? Или что? Что для вас ближе, Бриллиант Адашева или Фаяг Агаев? Если брать творчество, тогда Бриллиант Адашева. Окей. Халгын талабы, шахси зөвгүм, хеч бири. Шахси зөвгү, албетте. Халгын севгиси. Я. Бир нәфәрин севгиси. Халгы севгиси. Тордан. Халгы севгиси, албетте. Мәхәббәт, али. Мына данышырсын, йоу, все, севгим. Худады, мәнім севгилим, мәнім сәннәтті. Иншалла, яхшы, тәк елі досын. Ага, ва сонуncu суалымыз, Флора Кәримова. Флора Кәримова. Абидека. Флора Кәримова. Самир Тарасмир. Флора Кәримова. Илхам Агулиева. Хечбири. Флора Кәримова. Я желаю вам долгих лет жизни. Долгих лет жизни. Мы, как ценители музыки, как меломаны, как, я не знаю,
bir adi tamaşaçı gibi очень нуждаемся в вашем творчестве, в том, что у нас есть такой культурный, такой сердечный, такой искренний Самир Багаров. Спасибо вам за хорошую беседу. Спасибо тебе. Я хочу сказать еще несколько слов о тебе. Ты столько комплиментов, столько приятных слов сказал. И это не комплименты, я знаю, я в этом уверен, в твоем искреннем отношении ко мне. Я хочу по поводу тебя сказать, какой ты молодец. Только коротко. Какой ты молодец, как я вообще от тебя обалдею. Ты просто знаешь, ты не забил, ты просто ворвался. Ты ворвался, а не забил. И причем очень хорошо. Главное, что это профессионально, это на уровне. Номер бир. И такая, знаешь, песня настроения, она уносит, если скажу. А что за гадди? Судя по тому, что меня вот куда-то унесло в другое пространство, значит, это... Из того, что я понял, меня как-то, знаешь, это все унесло.